Здравствуйте. Итак, мы определились с планировкой нашей кухни. А теперь нужно решить еще один вопрос. Готовая или на заказ? Универсального ответа на этот вопрос не существует. Каждый решает сам за себя. Рассмотрим оба варианта. Если это готовая кухня, вы приходите в наш салон, видите кухню, готовый вариант, она уже висит, готовенькая, ждет вас со всеми модулями. Вы видите, что у вас будет потом дома. Ничего выбирать не надо. Здесь уже все абсолютно предусмотрено. Чаще всего такие кухни вообще стоят дешевле. И, например, это в частности сейчас вообще на акции. Поэтому, если она подходит вам по размерам, приходите и просто забирайте. На следующий день она будет уже буквально у вас дома. Однако, есть и небольшой минус. Вам нужно точно знать свои размеры. Обязательно вымерить все идеально, чтобы вы знали, что эта кухня впишется в ваше пространство, и вам не придется ничего судорожно менять, редактировать, подрезать, регулировать и так далее. Если же вы все-таки не уверены, либо ваша фантазия выходит за рамки готового изделия, тогда приходите и рисуйте. Со своей планировкой, со своими дизайнерскими задумками, идеями и мечтами вы у нас точно сможете нарисовать то, о чем вы просто грезили всю свою жизнь. Любая высота модулей, любое наполнение шкафчиков, распашные, выдвижные ящики с верхним открыванием и так далее. Так, как вы это видите, так, как вам удобно или у вас нестандартные какие-то размеры кухни, вы у нас точно сможете подобрать то, что вам подходит больше. Чаще всего, конечно, кухня по индивидуальному заказу будет стоить немножко дороже. Однако это связано только с тем, что мы всегда ее хотим сделать какой-то необычной, неординарной, и именно поэтому где-то может вырасти цена, а где-то она может стать даже более выгодной, потому что вы можете где-то на чем-то сэкономить, если у вас есть такая необходимость. Поэтому готовая или на заказ решать только вам. Главное, чтобы вы приходили, выбирали, и, может быть, она уже вас ждет в наших салонах Пинскгриф.